Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трэго. А мне семечек. А мне. Едем на помоечки с Димой. Едем на помойке с Димой. Автопилот. Автопилот, охренеть. Дима экстремал, вообще циркач. Ему бы в цирке выступать. Охренеть. Вот это трюк смертельный. Бонус за смертельный трюк, ребят, в студию. Вот здесь будет бонус. Дим, что? Ты получил бонус за смертельный трюк. Это резервный у меня теперь транспорт. Электричка на резерве, а вот это основной транспорт, потому что он более вместительный. У меня никакого, кроме машины, транспорта. Да, Дима остался только со своей Феличитой, со Шкодой Фелицией. И мопед у него вот этот двухтактный драчепед на тюнинге. Но прибыль тебе приносит только твой автомобиль. Это Шкода Октавия Фелиция. Какого года она? 97-го. 97-го года. В люксовом состоянии. Кисло, она, сука, додрочился. На тюнинге. Она себя уже раз в 5 окупила. Это машина 5 раз, говорит Диму, окупила уже. Или в 6. То есть она тебя окупила или ты ее, Диме? Конкуренты. Дима вынос с хаты лутает, а я, ребят, вот тут по коробкам шныряю и чувствую, вот это тяжелое, вот это тяжелое, а это вот легкое. И что же там может быть? Помощница, мясорубка электрическая. Сюда, мясорубка. Сюда, о, да. Сюда. Дим, на дачу мне. Кофеварку на барахолку. Мясорубку, за мясорубку и двор стою в упор. Мы будем... Я охотиться на даче буду, мясо добывать, и Настя будет молоть. Но если она не рабочая, я тебе отдам. Мясорубочку на дачу деду надо. Такая вообще 1400. Но если не будем пользоваться, я ж отдам тебе. А я думаю, что тут так пахнет? А вот это вот растение пахнет. Дими. Растение пахнет Дими. Черепашка-ниндзя. Ну тут вынос с хаты как будто. Да, вон техника. Тефаль. Робот-пылесос. Робот-пылесос. Опа, ребят, Тефаль. X-Ploner Serie 95. Тефаль. Ребят, Тефаль X-Ploner Serie 95. Вот столько это стоит. А ну включится. О, так он запищал. Он, возможно, рабочий. Пищит что-то. Контейнер вот от него. Это моющий. О, в нем даже вода есть, нифига себе. Это моющий пылесос. Да. Какой-то он весь разобранный. О, да. Алло. Мы нашли робот-пылесос. Всем здрасте. Он даже работает. Ну все, ништяк. Моющий робот-пылесос на халяву с помоечки. Возможно, даже рабочий. По-любому такой новый 1030 стоит, да? Опа. Тихо. Лучше так не делай, Дим. О! 9%. Уксус. У меня вот, о, мыльно-рыльного запасики. О, вау, зубная щетка ПКМ. Смотри, работает. А где от нее блок питания? Нифига себе. Смотри. О, мне срочно, давай в руки фонарь. Че? Что случилось? Вынос техники очень дорогой, интересный. Очень дорогой? Тебе сейчас не дам руку, ты не знаешь, куда оно повалилось все. Точно. А, я вижу, он какая-то фонарь. Я вытащу это сейчас. Ну что там у тебя за техника, Дим? Так, вот такая лампочка. Ну, кстати, на дачу забрал бы тоже. Пауэрбанк. О, еще вот такой пауэрбанк. Так он даже заряженный. И этот заряженный.
А это что? А, это собакам обрезать или кошкам. Вот еще пауэрбанк на Type-C, нифига. Нормальные луты. Три пауэрбанка. Вот такое авокадик, вот такая сумочка. Так, а у меня тут тоже что-то есть, как будто. Вот. Тихо. Нифига себе, температуру мерить. Прибор рабочий. Офигеть, топовый, ребят, температуру мерить. Это технически охеренный. Он точно показывает. У тебя температура 30 градусов. Ох, сука, Дими. Не пропускает меня, чтобы к помойке подъехал, Дими. Ой, баки вывезли, Дими. А тут что? О, футбольные мячики. Дим, давай, возьми тот мяч и давай поиграем. Иди сюда. Давай, кто больше с первого раза, ну, набьет? Так я тоже, Дим, давай попробуем. Кто больше, ну, набьет? Ты пропустишь, чтобы у меня шлепеток слетел. Давай попробуй, ну. Сколько раз отобьешь? Два. А я раз. Два. Тоже два. Два на два. Ну ладно. Дига, тихо, Диме, не зверей. Я первый этот утюг увидел, слышишь? Я первый его заметил. Его? Да, я смотрю. Да он вообще как новый. Провод не заводной. Максима, ребятки. Его чинили. Утюг можно продать этот рублей за 400 на барахолке. Опа, сюда. Нормальный планшет Dexp. Правда, битый. Ну как нормальный, он древний, он стоит копейки. Ну так, цепануть за пару соток, загнать на барахолке. Чё тут, как обычно, да, какая-то шляпа. Чё там? Чирик. Деньги настоящие, порванные. Да нет, целая она. Спокойно. Нет. Чехольчик на AirPods с водяной. Опа, денежку сюда. Что это у нас? Ага. А что это? $1000? Не существует такой купюры. О, чокопайку на потом схавать. Ну, чокопайка — это вещь. Сейчас похаваю. Так, ну что, пробуем чокопайку, ребятки. Так она офигенная. Угу. Приятно. Спасибо. Со сгущенкой. Вкусно очень. Ну, вкусно. Охренеть, ребят, вот это Дима себе новую тачку приобрел, ебать. Да это ракета. Летим на тот свет. Вместе с Димой. Дима крутой, ребят, поднялся. Уже он на каком аппарате гоняет. Что за тачка у тебя, расскажи. Volkswagen Polo. Какого года? Бля, не помню, кстати. Короче, ребята, это Volkswagen Polo. Какого года, Дима не помнит. Два кадрочка, короче, да. Да, вот такая тут мультимедиа установлена. Вот все сенсорное, вот, включается. Пик-пик-пик, все работает по люксу. Причем все работает. Это что? А, стеклоподъемники, вот эта функция. Нифига, тачка крутая. Кондиционер. Все. Кондиционер даже есть, ребят. Надо чуть подсобрать торпедку и будет вообще люкс. Сейчас двигаем на помойку, правда уже вечереет, скоро солнце зайдет. Но ничего страшного. А ну дай покручу. О, усилитель руля, ребят, есть вообще топчик. Airbag. Тут airbag. В общем, тачка люкс. Потом на помойке с виду ее вам покажу, как она снаружи выглядит. Опа. Кормилица. И сейчас покажу внешний вид Диминой новой тачки. Давайте же посмотрим, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой, это что за тяги КФТМ-диски у него? Smart Rare. Криво покрашенная, но не... Капот как открыть? Открыть его? Ну. Хорошо, что его не закрыли.
Вот такой вот мотор Донс 16В. Аккумулятор, бак омывайки, ну и все остальное. Это смарт-трей, вот тут это зеркало заднего вида, вот такое вот на тюнинге. Тюнинг такой вот, доработки. А так покрашено кривовато, но Дима ее взял за 80 тысяч, и это просто цена подарок, ребят, реально. Классная машина, одобряю. Так, ну а пора залутать помоечку. Опа, у меня тут Razer наушнички сходу. Ой-ой-ой, мощные, хорошенькие, ребят. Razer, смотрите, Razer. Ценная вещь стоит. Ребят, вот такие наушники Razer новые стоят вот столько. А нам бесплатно с помоечки. Помоечка дарит Киберспорт. Так, что у нас тут? А, вот еще такое вот, смотрите, ребят. Нифига себе! Red Dragon с Type-C-шкой. Коврик с подсветкой. Обалдеть. Вот эти мини-нядя. И, кстати, ребят, многим, наверное, интересно. Я столько лет роюсь в помойках, ем с помойки. И что у меня вообще со здоровьем? Недавно сходил на ФГДС. Глотал через рот вот эту камеру. Мне смотрели желудок и нашли у меня гастрит. Поэтому я сейчас на диете лечусь. Вот, кстати, этот диагноз. Вот такие дела, ребят, поэтому не советую никому есть из помойки. Но, знаете, мне кажется, гастрит я заработал не с помойки все-таки, а из-за того, что выпивал алкоголь и пил очень много энергетиков. Сейчас я перестал это делать, даже бросил курить сигареты. Ой, ребят, одна из самых сытнейших помоек на районе. Она очень сытная. Тут всегда находки в основном есть. О, нифига, Фила кепочка. Как будто оригинальная. Вот это возьмем. Опа, а что это у нас тут такое? Опять конфеты, прикинь. Че столько конфет выкидывают? Не хочешь? Там хорошие. Хотя, вроде, слышишь, гастрита не будет из-за конфет. Вот это вот скушаю, ребят. Ой, какая хорошенькая. Можете мне это дать, пожалуйста. Спасибо большое. Маша, у меня муж есть. Вот так вот помоечка мужа дарит, ребят. Нашел сейчас в баке мужа. Опа, сытнейшее. Вот это конкурент? Да ну не гони, он нам не конкурент. Какой он конкурент? Дима так преувеличил. Ой, баки раскаленные. На улице жара плюс 35 градусов. Баки раскаленные, вообще капец. Мы охотимся, как всегда, на технику. Диме ходит. О, калькулятор. Рабочий. Это продадим. Бежался. Это мой вынос. Смотри, для кальяна. Колбочка целая. Прям с коробочкой. Вот это люкс, да, Дим? О, еще две. Нифига себе. Так, а тут что в коробочке? Опа, анбоксинг на помоечке, ребят. О, коллаут. Сюда, новый. О, еще одна колба. Нифига, вот это топовая, это мне. Ребят, нифига себе колбы какие. Вот это облако. Смотри, какие классные. У меня как раз есть кальянчик с помоечки. О, табак по-любому. Колбы даже не юзаны. Да, табак топовый для кальяна. Колбы вообще как новые. И топовый табак, ребят. Ой. Помоечка дарит возможность накуриться кальянчиком сегодня вечером. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Вот тут сытнейшая. Сытнейшие батоны хлеба. А что это такое? Пожарный шланг, нифига себе. На нем можно тарзанку из него сделать качественно. Кстати, это реально такой, мощнейшая тарзанка. Это реально? Ребят, тарзанка будет у меня на даче с помощью такого шланга. Он очень крепкий. Как раз не на одну тарзанку хватит, Дим. Нифига себе, вот это находочка, это ребят. Вот. Не, ребят, вот эта тарзанка будет мощнейшая. Вот. Офигенная тема. Вот это находочка для дачи. Вот это вообще топ. Ой, кормилица. Да ну что ж такое-то, ебаный в рот. Сука. О, что за коробочка? О, нифига, это для цепочки замочек топовый.
О, вот это расчесочка, вот это я понимаю. А что это за гребешок такой, в шею вычесывает? Нифига себе. Вот это вот расчесочка элитная, у тебя дядю нядя. Это скорее всего для кошаков. Потрогай ручку, она с памятью. Вот понажимай. Да. Прикинь. Охренеть, ручка с памятью. Дорогая какая-то расческа. О да, бейба. Большая помойка, большие находки. Могут быть, конечно. Но не факт. Ого! Забираю свои слова обратно. Что это такое? Я печечка. Уже понял. Мини-плитка, ребят. Сейчас. Вау! А это ж аппарат для маникюра, нифига себе. Вот это я понимаю, находочки. Правда, там все изгажено, это все вроде от этого кофе. Но он может быть рабочий. А вот это что? Вау, это топовые леденцы, дорогие. Диме, очень топовые леденцы нашел, дорогие. Какой контент будет? Какой контент? Чарон бэйби. О, чарончик бэйби. Диме, мини, он новый. Мини, чарончик бэйби, мини. Нифига, тут мажоры выкинули. Зубная щетка рабочая. О, дамский угодник. О, нормальные темы. О, и зарядка к щетке, кстати, есть. Неплохая щетка Oral-B, я такую за 3500 брал. О, еще один дамский угодник. Ребят, у меня дома точно такая же щетка, покупал я ее за 3500 рублей. Плеточка. О, это хлысталка. По попе вот так хлыстать. О, нифига там вынос хаты. Ребят, там продолжение. Ой-ой-ой-ой, развратный Краснодар. Смотрите, шнурки, наручники. Ой, что тут только нет, ребят. Какие-то вот такие вот штуки. Какие-то на палец одевать. Вот дамские угодники, кляп. Анальные бусики. Анальные бусики, ребят. Вот эта тема. Вот это находочки. О, на соски вот такие темы. Всякие наручнички. О, пробочка. Многие поймут, куда она вставляется. Так, чарончик сюда нахуй сразу. Мне надо чарончик, он новый. Вот это что такое? Клеща вытаскивать. Серьезно? Да. Это клеща вытаскивать? Вроде да. Опа, а половнички, вот это надо, хорошие. Баночки пусть забирают. А половнички, люкс. Все, едем дальше. Что-то чел так в баки заглядывает, идет. Как будто конкурент. Подглядывал, присматривался, да? Конкурент – начальная стадия, ребят. Есть разные стадии конкурентов. Когда человек мимо баков идет, просто в них заглядывает, это уже он присматривается. Следующая стадия – это когда уже начинает прям лазить потихонечку ночью. Главное, ночью стесняется, потому что людей. А потом уже со временем начинает так же, как я, днем рыться. И становиться профессиональным конкурентом. Нравится? Нет. А чё? Напрягает. Ой, помоечка. Ой. Опа. Ребят, мастер-класс. Ты умеешь? Чего там умеешь? Вот это, ребят, мастер-класс, видели, от Димы. Дим, откуда у тебя такие познания? Слушай, это мне, а вот это, походу, тебе. У тебя плохие мысли, я эту петлю много где применяю. Магнит тот же крепить через такую петлю. А, все, понял, тогда надо мне подлечиться. А то мысли плохие, ребят. Ой-ой-ой, так это кожа реально. Чувак, это может денег дофига стоить. Дэме е кавалерии. Это да. Итальянская штука. Дэме е кавалери. Вот столько стоит такой бренд. Ну, нарваная. Эх, ну это видно, настоящая кожа. Ну, слушай, ее может зашьют. Чувак, по-любому купят. Она чуть рваная, ребят, вот здесь.
Вот, вот тут. Но подзашить как-то можно, я думаю. Но выглядит круто. И дорого, кстати. Ой. Найтоповейшая помоечка. Опа. Сразу мне вы носаты. Опа. Опа. Проводочки. Коробочка от телефона. Еще одна пустая. Блин. Ой, HDMI кабель новый. И все? Никакой техники даже нету. Блин, ну вот это вот неинтересно. Куда там находки? У меня тут вон вынос мощнейший. Мощнейший. Мощнейший, мощнейший. Пока Дима не видит. На, Димечки, на. Два утюга, ребят, смотри. Смотри, один Синтек, второй. Нет, РСН какой-то. И вот такая книжечка. Ой, сейчас разорвем с Димой. Опа, фенчик, до сюда. На, Димочка, на, забирай быстрее. О, сюда. Тостер. О, без провода. Дим, тостер без провода. Синтек. Можно провод ставить и продать. А это провод отрезали бомжи на металл. Ого, шкатулочка. О, шляпеточки. Кожаные, кстати. Балдини, охренеть. Капец она стоит. Они очень дорого стоят. Ребят, балдини. Так они вообще в хорошем состоянии. Made in Italy. Итальянские, ребят. Вот столько подобные стоят. Балдини. Вот это реально балдини. Размер 44, кстати. Может на меня подойти. Балдини. Ну да, кстати, подойдет. Хорошие тяги. А вот это тоже, наверное, что-то брендовое. А вот чешки. О, нифига тут подошва мягкая. Это тоже что-то брендовое по-любому. Ильфелло какой-то. Тоже что-то итальянское. На. Нормально так прибарахлились. Двигаемся дальше. Опа, вот это уже какой-то вынос. Нифига себе, это шуба натуральная, походу. Советская. Да, чувак, ну она денег стоит, это лиса. Запах шубы прям советской. Разверни, покажи. Ребят, я думаю, такая шуба дофига денег стоит. Правда, с нее чуть сыпется. Да она целенькая, это лиса по-любому, либо волк. Такие шубы стоят по 200 тысяч. Опа. Еще бы не полезть, когда тут шляпеточки. Сейчас да, сезон. Опа, да, нифига да. Себе, Nike. Так, а вот тут что? Опа, опа, нифига себе. Что это такое? Какая-то штука непонятная. А вот тут есть техника? О, да ладно. ТВ-приставочка, интерактивное ТВ. О, в комплекте Ростелеком. Ох ты! Я знаю, что это. Это колонка на присоске. Это которая с вибро. Это которая может и так работать, и так. По вибрации, да. Для соседей прям. Вы поняли, ребят, это колонка, которую присасываешь, и за счет поверхности она будет играть. А это что? А, это на писюн. Это мне надо. Колечко. С вибрацией, да. Вибро-колечечко на писюнчик. О, сюда. Это сразу мне. Диме. Ого. О. А, это принтер, блядь. Опа. Принтер нашел я. Диме. Я нашел принтер. Canon. Да, даже с бумагой. Диме. Да. Конечно, забирать, Диме. Это Incensus. Это Incensus MF4018 Canon. Вот столько стоит на Авито. Дай его прогуглить сразу.
Это хрень старая. Сколько он стоит? Ой. Мне кажется, он рабочий. Ой-ой-ой-ой-ой, какая мощнейшая. Чемоданчик там. О, пылесос, Аня. Просто мощь. Не помоечка, а мощь. Ой-ой-ой, что это там такое? Дима, что? Я тут что-то такое нашел интересное. Ой-ой-ой, это массажная штука. Ой, массажные пояса какие-то. Их тут дофига. Дима, ребят, смотрите. Давай почитаем, что это. ООО New Life Medical. Тепловой пояс модель НК-200. Вот столько стоит такой. Он вообще новый тепловой пояс. Это наборы. Набор? Нифига себе. Нифига себе, этот бабок стоит, да, Дим? Охренеть, 1005-6. Набор, короче, тепловой. На. Опа, помоечка. Опа, там что-то есть. Вот там что-то. Ты куда полетел-то? Какой-то аппарат увидел. Ух ты, что это такое? Это какая-то духовка, это посудомойка разобранная. Нифига себе, тут шмоток всяких. Тут что-то есть. Ого, барсеточки всякие, поясные сумки. Хм, а вот смотри, тут что-то может быть. Смотри, молочный крем в вафельной трубочке. Да ну нафиг, вы на схваты. Ты подкинул? Да, коробочки скинул. На, трубочки. Быстро, посмотри срок годности. Я сейчас подкину тоже. Вау, нифига себе. Так, главное не рассыпать. Так, на дне. О, ножнички на дачу хорошие. Ух, так они целые вообще. Очки тебе. Очки женские. На, тебе это примери. Нет, сейчас солнце как раз светит. Ты, чувачок. О, вообще модный. Это свэк. Не, реально нормально смотрится. Да. Ну и что? Так, блок питания для ноутбука. Asus. Ну, какой-то пульт от чего-то. Пульт управления. Но это потом поймем от чего. Нифига себе. Лего, да? Лего. Армейское лего, ребят. Нифига себе. И тут тоже. И тут тоже. Набор солдатиков, ребят. Набор солдатиков Лего. Вау. Давай их пересыпем, потому что это коробка порванная. Тут черные солдатики, а тут зеленые. Ух ты. Вот эта тема. Бананчики вот такие хорошие. Блоки питания от всяких старых телефонов. О, тут даже есть, кстати, от какой-то мыльницы зарядка. Вон, видишь, лампа. Во, что это? Конфеты трюфельные, прикинь, запечатанные. Срок годности. О, до 25 года. Сюда. Вот еще какие-то. Что это? На 8 марта. О, еще конфетки. Так, до 27 июня. О, так они еще не просрочены тоже. Ух ты, нифига себе, какая полочка. Мне бы в гараж такую. Офигеть, полочка. Смотри, какая полочка. Самодельная какая-то или что? Это же лестница? Нет, это не лестница. Не ломай, Дим. Это полочка. Что за рубашечка такая стилевая? Видно, качество топовое. Заберем эту рубашечку, ребят. Маримба. Нормальная такая тема. Полочка влезла. Вот это у меня машина большая, смотри. Ух ты, какие коробочки телевизоров. Вдруг они там есть. Нифига себе. Ой, главное ногу не проткнуть. Вау. Коробка пустая. Это тоже. Вообще, капец, какая тут свалка. Реально, люди прям где живут, там и срут. Представляете, какие дома шикарные, такую свалку устроить. Опа, это что? А, от телевизора подставка. О,
Ребят, смотрите, какая советская звезда. На елку, капец, она денег может стоить. Она новая. Вот это находочка прям, винтаж. Ого, какая-то ложка, ребят. Тут даже две, вдруг серебряные. Ну не знаю, вроде не серебро. Пробы нет, но ложечки красивые. Ну звезда вот эта может вообще, вот столько стоит она. Ребят, на Авито вот такая звезда. Ребят, короче, мне позвонил Андрюха, подписчик. Говорит, тут на помойке огромный вынос с табачного магазина. И вы посмотрите, что тут происходит. Тут просто коробки с одноразками новыми. Хотя это вроде бушные. Ну, смотрите, сигареты. А, это для самокруток вот эти, понял? Фильтры. Вот это вот, по-моему. Смотри, набор устройства для нагревания табака. А, стики, прикинь. Стики, да. Стики, там это глошка. Вот еще глошка. Вот он. Ага, глошка новая. Тут одноразки. Здесь одноразки. Короче, и вот там в этих. Еще одноразки. И в этом мешке да. Одноразки. Просто жесть. Ребят, просто вейп-шоп какой-то закрылся. Капец, оно тяжелое. Там все одноразки, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, это просто мощь. Я приехал на тачке, чтобы это все загрузить. Короче, я приеду в гараж и все вам там покажу уже, там все распакую. Ну вот, смотрите, ребят. Вы видите? Охренеть. Вот это вот самое охуенное, я вот это не давал никому. Ага, ага. Вот они, запакованы. Ой-ой-ой-ой, чероны, бейби. Прикинь, ну, новые поды. Вообще. Новые поды, ебать. Все, все, я понял. Чарон бейби новый. Ну что, ребят, мы в гараже притащили пакован из помоечки с вот этим всем благодатным накуром. И просто посмотрите, это все одноразки. В этих пакетах все одноразки, вейпы, чароны бейби новые. Короче, сейчас будем все осматривать и смотреть, что тут. Капец, вон еще чарон. Охренеть. Новое все. Вот так. Вон еще один, ребят. Охренеть. Охренеть. Просто вот чарон бейби новый. Смотрите, упаковки. Жесть. Вот это. Да, вот там вот тут подики. Давай, короче, подики смотреть. Сперва. Самое ценное такое. Ой-ой-ой-ой-ой, это что, все чароны? Раз чарон, два чарон. О, еще такой, смотри, зеро какой-то. Еще подик вот такой маленький. Так он еще и с жижей, потекший. И такой подик, ребят. И еще чарон. И еще чарон. Охренеть просто. Мини-фит. Мини-фит, ребят, вот такой мини-фит маленький. О, да, он работает даже, смотрите. Охренеть. Еще чарон. Капец тут чаронов. А ну давай, вот так их сложим. Сколько их тут штук. Вот такой чарончик красивый. Вон еще какие-то. Смотри, вапоресса. Вапоресса. Вот такие. Вот, мини-фит. Вот такой зеро. Не представляю, если со мной Санька. Еще он бы такой. Не отдал бы это все. Вапоресса, он за тысячу. Он вообще запакованный в пленочке. Офигеть. На рынке можно отдать. Вот тоже, смотрите. О, нифига. Вупу Драг X, ребят. 3200 рублей он стоит. Вообще новый. Офигеть, работает. Охренеть. Охренеть, ребят. А тут, я думаю, секреты будут еще хорошие. Не, ну я в там шоке. Так там, да, еще надо посмотреть. Да. Офигеть. Просто офигеть. Ебать. Ну тут его нету. А вот он валяется здесь. А. Вот еще, смотри, что это вот такое. О. Охренеть, еще чарон, ебать, да. Просто жесть, ребят. Охренеть, а вот это что? Тоже какой-то подик. О. А вот запакованный. Ага, ашка. О, это чарон такой, такой расцветки. Вот еще один.
О, Драк Икс, еще один, ребят. Охренеть, просто жесть. Чарон и Бейби. Охренеть. Капец ты нашел, вот это тебе повезло, я в шоке, ребят. Вот еще. Вот такой Драк Икс. А вот еще какой. Угу. Этот не включается. Может, тут аккума нет? Не, аккум есть, новый даже аккумулятор внутри. Вот эта помоечка накуривает. Но вот этот не включается. Может, зарядить просто надо. Охренеть. Охренеть. Просто жесть. Это я два раза паковал. Вот это вот высовывал, смотрел. Вот это все одноразки, короче. Вот еще такой был, ну, пустая коробка. Короче, жесть. Так, что, давай следующий пакет смотреть. А это тоже одноразки, да? Да, одноразки. Вот, смотри, тут написал, вот, брак, еще что-то тоже. Тут, наверное, очень, ну, вот, запечатанное, ну. Сможешь попробовать? Не, я не курю. Не любишь такое, ну? Не, ну, я курю, но такие вот. Прикинь, она не вырубается. Она горит, она не вырубается. Я не стуси. О, все, все, все. То пожар устроит. Тоже одноразки. Это не помимо, да. О, это что-то тяжеленькое. О, это подик. Это. А, это одноразка бэушная. Прям видно. А это что? Да, тоже одноразка. Это тоже одноразка. Ну что тут написал? Брак уни 3 штуки. Брак уни 3 штуки. Вот. Три бракованные уни. Так, чё, давай. Это такой прикол. Вот это вот, что это такое? Это топовая одноразка такая, походу. Да. Ну, это вот оно. А, она с трубочкой вот такой. Вот оно, да? Ага. Она пустая. Она, да, моргает. Прикинь, да. Вот уже запакованный банк. Так, чё, давай дальше смотреть. Вот это вот, фильтры от сигарет вот такие вот. Капец подов, просто жесть. Так. Охренеть. Сейчас тут будет тотал. Все одноразки, да. И тут одноразки. Одноразки. Охренеть, их тут просто пачками, ребят. Это все походу брак. О, еще новые, да? А ну, смотри. Их даже не раз это, не распаковывали, походу. Да, они в упаковках, аж кудишки, ребят. А ну. Да, она, видишь, не вырубаются они. Брак, он горит постоянно и не вырубается. Вот такая пожар может устроить. Капец, и тут сколько одноразок. Так, еще вот такие, ребят, глошки есть новые. Что-то написано, не идет заряд. Вот такие вот. А, арбуз, вишни, тоже ашки. Короче, все тут бракованное. Не идет заряд, тут написано. Офигеть. Ну что, ребят, кому надо столько чаронов, пишите в мою группу ВК. Сейчас мы посмотрим, может, тут еще подики есть. А что это такое? Брак написано. Кирис флю. Жидкость для розжига. Это жидкость для розжига. Короче, и документация. Вот. Тоже брак пишет. Брак? Газовой горелки брак? Вот еще. Нифига. О, глошка. Газовая горелка новая. Нифига, вот еще одна глошка. Вот. Офигеть. А, тоже. О, чарончик. Тоже текет просто. Ага. Вот в этом пакете, наверное, подики, ребят, очень тяжелая коробка.
Охренеть, там одноразовый, жесть. Просто, ребят, посмотрите. Упаковка. Охренеть. О, сразу вот такая огромная одноразка. Газ. Газ. Баллоны с газом. Тут все одноразки. Просто жесть. Ха. Не, ну, блин, что теперь с этим всем делать? Не, буду искать клиента, может, кто купит. Охренеть просто. Просто жесть. Охренеть. Вот это, конечно, самое сочное. Подики. Ну, все тоже бракованные. Где-то везде какие-то косяки. И тут теперь запах в гараже такой стоит, вот этим солевым никотином. Не, ребят, это точно помоечка накуривает очень сильно. Ну и где-то же принимают. Что теперь с этим всем делать, я просто не знаю. Тут их просто кошмар, я не знаю. Может, 500 штук одноразок всяких разных. И подов тут очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, короче, штук 25 подов. Чаронов, беби, дофигища, и все новое. Ребят, наступил второй день, мы с Димой все перебрали и закинули все одноразки вот в эту огромную коробку. Давай попытаемся ее поднять. Тут их килограмм 100, ну 80. Ты один сможешь поднять? Ну, я же говорю, килограмм 100. Ребят, 100 килограмм одноразок примерно в этой коробке. Она такая тяжелая, что Дима ее не может поднять. Вдвоем и то тяжело поднимать. Короче, мы сейчас планируем их все посчитать. Вот, кстати, посмотрите, аж кудишки. Вот такие вот вообще запечатанные. Вот достаем, и вот они все в пакетиках. И тут дофига таких вот запечатанные. Вот эти аж кудишки. Тут что хочешь есть. Мы себе, естественно, поотбирали рабочих одноразок. Будем с кайфом накуриваться. И еще тут, знаете, что было? Вот такие вот новые чехлы для AirPods'ов, бруску. Это, видимо, их подарок кому-то давали в вейп-шопе. По 400 рублей их продавали. А ну давайте примерим на мои AirPods, а то мой силиконовый чехол уже все. Капец, они зарыганные, в помоечке то лучше находил. Смотри. Ух ты! А что оно? А, во! Ну... Так себе оно подходит, но в принципе подходит. Неплохо. Теперь у меня есть вот такой кожаный чехольчик. Жижи для вейпа, одноразки. Отобрали чуть-чуть сигару. Вот еще аж кудишки. Табаки для кальяна там тоже были. Вот такие вот всякие разные. Короче, ребят, сейчас будем считать эти одноразки. У нас есть клиент, который по 30 рублей за штуку покупает. Тут одноразки все новые, но бракованные. Есть и рабочие. Все заправлены жижей. Просто я не знаю. Ну, с ними можно работать, как бы, и продать их можно. А теперь мы будем их сейчас считать вместе с Димой. У нас есть клиент, который по 30 рублей одноразки покупает. Кстати, если кто-то из вас покупает дороже, пишите по поводу покупки одноразок в мою группу ВК. Мы продадим только оптом, можем отправить. Ну, конечно, 18+. Итак, я думаю, что здесь одноразок примерно, ну, до 1500, я думаю. 1002, думаю, потому что в одной упаковке есть по 2. Ты думаешь, здесь сколько? По 2, вот есть, по 4 есть упаковки в одной. Как по 4? Ну, в вот одной коробке одна одноразка. Нет, там есть вот это подведет, там еще на дне 4. Вот, видишь, где? А, там 2, нифига себе. Угу. Ну, сейчас будем как-то это все считать, ребят. Взял бумажку и ручку, чтобы записывать, а то еще запутаемся. Одноразок очень много. Все, при вас прям будем считать. I'm trying to touch the stakes this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on?
Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I see the gritty, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much. Просто жесть, никогда в жизни столько одноразок я еще не видел. Это просто капец, ребят. Тут такая прибыль колоссальная, посмотрите их сколько. Итак, погнали, ребят, считать. Это я считал, это Дима. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1427, 1427. Одноразок, ребят. 1500 одноразок, охренеть. А теперь 30. Мы, напоминаю, что по 30 рублей за одну штучку продаем. 30 умножить на 1427 равно. Ой-ой-ой-ой-ой, колоссальная прибыль. На 42 810 рублей, ребят. Помоечка дала одноразок на 42 810 рублей. Как Скрудж Макдак просто. Не, ну вот это колоссальная прибыль. Это прибыль, ребята. Оу, е-беби, просто кайф. Бля, я тоже хочу в них занырнуть. Я могу, ребят, с уверенностью сказать, что помоечка накуривает. Дает очень сильно накуриться прям. Ой, не знаю теперь, сколько я проживу с таким количеством одноразок. Но будем делать колоссальную прибыль, ребят. Почти 50 тысяч рублей, ебать, здесь лежит.